Но чем люди друг от друга отличаются, да? Казалось бы, глупый вопрос. Вот большинство из вас, я думаю, скажут, что за глупость? Да всем отличаются, тем, всем и так далее. Но вот у меня в моем существе есть масса датчиков каких-то вот фоновых мыслительных процессов, ощущений, интуиция та же самая. Ну вот, что происходит? Вот я умом, допустим, понимаю, да, что отличаются, но внутри себя у меня нету этого убеждения именно в моей душе. То есть, допустим, вот была у нас беседа с Вадимом Астафьевым. Я считаю, это просто клад, а не беседа. То есть удивительно, что мне это удалось. Причем удалось просто с кондачка, как говорится, с налету. Я просто взял эту субстанцию. И, ну, тогда я уже ему сказал, что это будет только позже оценено. Оценено значение этой беседы. Ну, вот мы тоже с ним выясняли этот вопрос. Вот чем же люди друг от друга отличаются? Ну, вот он очень хорошо и с расстановкой мне сказал, что, ну, допустим, во-первых, возрастом, по каким-то личностным качествам. Но что я вам скажу? Что я в последнее время открыл? Скажем так, открыл, да. Открыл я то, что, во-первых, существуют конкретные, ну, как бы, даже не злодеи. Короче, существует зло. Ну, мне все брат, значит, все стебался, говорит, да битва бобра со слом, как это называется, что, мол, все это, как говорится, какие-то такие уже глупые, банальные сказки, скажем так. Но я-то вот как раз убеждаюсь в обратном. Двигаемся, сейчас я иду до Луковской заправки, где возьму себе кофе. Вот и все. Вот и весь план.